Сейчас в России идет активная подготовка к выборам президента. 18 марта 2018 года 17 избирательных участков города Рассказово будут работать с 8 утра и до 20 часов вечера. Каждый избиратель должен голосовать на участке, к которому он прикреплен. Но если заранее уже известно, что в день выборов человек будет в другом месте, можно подать заявление. Подать заявление о голосовании по месту нахождения избиратель имеет право только лично по предъявлению паспорта, либо в период замены паспорта по временному удостоверению личности. В городе образовано несколько таких пунктов подачи заявлений. Это любая территориальная избирательная комиссия, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Также избиратель может использовать единый портал государственных услуг. Определены сроки подачи таких заявлений. Заявления мы принимаем уже с 31 января, то есть сейчас вот самый разгар приема таких заявлений. И продлится эта акция до 12 марта. Кроме того, с 25 февраля в любой участковой избирательной комиссии избиратель может подать заявление о голосовании по месту своего нахождения. Подав заявление, избиратель получит талон, на основании которого сможет принять участие в выборах в указанном населенном пункте. На данный момент таких обращений поступило немного. Это только 1,5% от общего количества избирателей, зарегистрированных на территории города Рассказово. Проект «Мобильный избиратель» рассчитан на горожан, которые работают по особому графику – командированные, медики и студенты. Подать заявление необходимо до 12 марта.